Сегодня я купил вареную колбасу. Называется ретро с молоком. Колбаса вареная первого сорта. Торговая марка «Ювелейный». Стоит это 115 гривен килограмм. Один батончик – это полкило. 115 гривен килограмм – это у нас получается около 4 долларов. Состав. Сделано в Украине, естественно. Свинина 73%, яловичина 3%. Пробуем. Должно быть вкусно. Пробуем. Нормально. Для такой цены нормально.